Приветствуем всех посетителей портала virtuspro.org, и мы начинаем отчет первой недели CSGO Лиги GO Premiership. Закончилась первая неделя GO Premiership, но уже по состоявшимся матчам можно резюмировать, что игры в последующих турах приобретут более напряженный характер. Первые встречи прошли во вторник, 4 сентября. Игры проходили на карте The Dust 2 SE. Открыл игровой день поединок между двумя крепкими орешками лиги – Zapso и The Nation. Хоть в первой встрече явный фаворит не просматривался и шансы обеих команд на победу были примерно равны, небольшое превосходство таки имело место быть. Гибридный состав The Nation проявлял себя зачастую лучше и как итог одержал уверенную победу с немалым отрывом. После этого на аванс-сцену вышли коллективы Wasted Penguins и Get Fight. Именно в этом поединке произошла маленькая сенсация. Wasted Penguins достаточно легко обыграли их более именитых соперников, имеющих за плечами множество сильных результатов на различных онлайн-лигах. Продолжили игровой вечер игры пятерок Dot Team и Wizardy, а также My Revenge и Kawaii Megu. В первой встрече зрители борьбы как таковой так и не увидели. Коллектив Георгия World Дит Яскина и Владимира Вовкин Шмакова с легкостью проиграл их намного менее опытных соперников из 1-6 комьюнити, заработав ожидаемые 3 очка. А вот в последнем матче борьба все-таки была, правда лишь в первой половине игры. После перехода My Revenge не смогли продолжить набирать раунды в темпе, задаваемом КВ и Мегу, и потерпели обидное поражение. Продолжились игры через 2 дня, в четверг 6 сентября, и на этот раз команды играли на версии Denuk от Volcano, Denuk B. Именно в этот день количество переносов зашкаливало, не состоялись матчи между The Nation и iPlay, Zapso и GetFight, а также Wizardy и As You Wish. Первый, правда, был отыгран на следующий день, в пятницу, 7 сентября, и в достаточно напряженном матче очки заработала команда The Nation. В остальных же матчах четверга Dot Team не оставили шансов My Revenge, а Wasted Penguins одержали вторую победу к ряду, переиграв Kawaii Megu. Таким образом, после 8 матчей первое место делят команды Dot Team, Wasted Penguins и The Nation, имея в своем активе 6 очков за 2 победы. По 3 очка заработали коллективы Kawaii Megu и iPlay. Все остальные же команды Get Fight, My Revenge, Wizardy, As You Wish и Zapso пока с баранки не сдвинулись. Пока неизвестно, когда состоятся перенесенные матчи. Скорее всего, зрители смогут увидеть эти противостояния только на следующей игровой неделе. Напомним, что на лиге GO Premiership у команд есть только 2 вайлдкарта, то есть 2 возможности переноса матчей. В случае невозможности играть при использованных 2 вайлдкартах, команда получит техническое поражение или дисквалификацию с лиги. На данный момент по одному из них использовали коллективы Wizardy, Zapso, The Nation и As You Wish. Мы надеемся, что в последующие игровые дни команды подойдут к расписанию лиги более ответственно и больше переносов игр зрителей не увидят. Представляем вам тройку лучших моментов первой недели GO Premiership. Третье место — Арсений Турбо Михалев из команды Dot Team. Игра против My Revenge, ситуация 1-4, в руках двойные береты. На втором месте Никита Фабик Вачкин из команды The Nation. В этом раунде мы видим эйс от Никиты, включая ситуацию 1-4. И, наконец, первое место. Дмитрий Сквизинио Леонтьев все из той же команды The Nation. Дима демонстрирует уверенную игру с АВП при защите Апланта. На этом наш обзор подошел к концу. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на наш канал. До новых встреч!